Банде Гуру Пада Дандам Бхакта Винда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитта Ананда Саходитам Шри Нанда Нанданам Банде Радхика Чарна Дайам Гопиджано Самаюктам Винда Банам Манохар Ванча Калпатару Ашаке Пасинда Бевача Патитанам Павунебхьо Вайшнавебхьо Намо Намаха Мукам Кароти Вачалам Пангум Ланхетагирим Джатки Патамахам Банде Парамананда Мадхавам Бриндавай Тулсидеббхуй Пиявай Кесавасача Кришна Бхакти Паде Деви Саттваттвай Намо Намаха Нараяна Намаскритта Наран Чайва Нараттамам Девин Сарасватин Васам Тато Джайо Мудире Санкиртане Кришна Катхо Падеш Гаурия Патрашо Пракаса Неча Шадану Ракта Гуру Бхакти Юкто Бхакти Прамадакша Джагод Варуна Дхайям Сада Парибхавагна Мавиштаду Титас Падам Сива Вирунчанутам Сараням Витатихам Панатапал Бхавадипутам Банде Махапурушате Чаруна Аравиндам Яд Пада Паллаванака Чандамани Чатая Биспуриджита Кимапига Павадушва Дарши Пурнану Рагара Сасагара Сара Мурти Сарадхикамай Кадакам Курош Шри Кришна Чайтанна Прабхунитта Ананда Сиаддхайта Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Бинда Шри Кришна Чайтанна Прабхунитта Ананда Сиаддхайта Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Бинда Харе Кришна, 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 Харе, Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе, Харе. Аджану ламбита бхужау канака бодату Шанкиртанай Капитару Камала Ятакшо Вишам Бару Диджавару Джугадхар Мапару Банде Джагат Приякару Каруна Бхатару Харе Кришна 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 Харе 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 Рам Харе Рам Рама Рама Харе Харе Намами Ганге Тава Пад Панкаджам Сура Сурайра Вандито Дипа Рупам Бхуктинча Муктинча Тада Синиттам Бхавану Рупена Сада Наранам Ганга Таранга Рамания Джата Калапам Гаури Нирантара Бибуши Табам Бхагам Нараяна Прияманага Мада Пахарам Варанаси Пурапати Бхаджави Шанатам Ваги Саджуша Бадане Лакшмир Яса Чавакшаси Ясястихиде Самбихид Тангшиннамахам Хаджи Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рам Хари Рам 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 Хари Хари Кришна Киртана Гана Нартана Кала Патхо Джани Бхадита
Сад-бхакта-були-хаṃса-чакра-мадупо Сени-вихараспадам Карна-нандикалад-дханир-бахатуме Жу-ва-мару-прангани Си-чайтан-надая-нидхета-баласад Лила-судха-сардани Кришнат-кетана-гана-нартана-кала Патхо-жани-вражита Сад-бхакта-були-хаṃса-чакра-мадупо Сени-вихараспадам Карна-нанди-калад-дханир-бахатуме Жива-мару-прангане Си-чайтан-надая-нидхета-баласад Лила-судха-сардуни Гаудия Гоштипати Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупада Парамахамса Jagadguru told, whatever you like to do by violating Rupa Goswami path, you can come to a flop end. Gauriya Goshtipati Sisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada Paramahansa Jagadguru told, whatever you like to do by violating Rupa Goswami path, crossing Гаудия Гоштипати Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупада сказал, что мы должны следовать наставлениям Шрила Рупа Госвами Пады. Если мы не будем следовать его наставлениям, то ничего хорошего в нашем баджане не получится. Шрила Прабхупад говорит, что критиковать других – это природа обусловленной души. It is their nature. Guru Vaishnava, standing in such a platform, они находятся на таком уровне, на трансцендентном уровне, в котором те, кто достигает этого уровня, они избавляются от всех недостатков. И Шрила Рупа Госвами в Упадишамрите приводит эту шлоку. С этой шлоки если кто-то находит какие-то недостатки в Гуру Вайшнавах, это наши недостатки, они их, поскольку этими материальными глазами, материальным разумом, умом мы можем видеть только какие-то материальные вещи, кровь и плоть. А по милости Гуру Падмы, Гуру Вайшнавах, мы должны достичь того уровня, с которого мы будем видеть вещи такими, какие они есть в трансцендентном мире. Здесь, в этом мире, все меняется. Наши тела, все в этом материальном мире, оно меняется. Но в трансцендентном мире это все вечно. Infinity material world we can put in one place, and one dust particle from Golok Vrindavan I can put is heavier than that. Because anyway it is negative. Все в трансцендентном мире, но гораздо более значимо, чем что-то в этом материальном мире. Поскольку здесь, в этом материальном мире, все исходит из майи, а в духовном мире, соответственно, из духовной энергии Верховного Господа. Хотя Кришна все творит, и материальный мир, и духовный, прямо или косвенно, но все же так. И вот, находясь в этом материальном мире, если мы отклонились от, даже немного от Гуру Вайшнав, оно, это отклонение нас сбросит нас с пути баджана, и если мы потеряем связь, как мы можем совершать баджан, поскольку весь наш баджан зависит от Гуру Крипы, Гуру Крипахи Кевалам. Вчера
не было времени достаточно, чтобы объяснить то, что самасти гуру татва и вьясти гуру татва, вьясти, значит, индивидуальная гуру татва, гуру татва одна, единая, неделима. Но суть в том, что когда ваш Гуру Падпадма, день его явления наступает, мы должны совершать Гуру Пуджу, соблюдать этот день явления. Или когда день его ухода, или чьи-то Гурудев является, нужно соблюдать Гуру Пуджу. Вчера что за пуджа была? И вот гуру, что значит гуру пурнима? Значит, что во всех четырех авторитетных вайшнавских сампрадай в истории этого человечества, все садгуру, которые являлись во всех этих четырех авторитетных сампрадаях, они все вместе, они указывают на изначальную причину, и там можно найти лотосные стопы Нитянанды. Это мы совершаем общую гуру пуджа. Нужно выразить почтение изначальной гуру татве, поскольку Нитьянанда Баларам, он явился в форме гуру Падпадмы. И Шрила Прабхупад говорит, Нитьянанда Баладев, он пришел в форме гуру и вайшнавов, чтобы защитить нас от этих материальных проблем. И вот Нитьянанда Баларам пришли сюда, но мы думаем, что просто какой-то обычный человек. И вот Гуру Падпадма Нитьянанда Прабху отправил Гурудева в этот материальный мир, чтобы спасти нас от этих материальных проблем. И вот в Бхагаватам такая шлока приводится, там дается такое свидетельство о том, что те чистые гуру вайшнавы, они посланники Верховного Господа, они пришли в этот материальный мир, с трансцендентного мира. И поэтому в Бхагаватам мы находим бесчисленные свидетельства. Но времени не было вчера обсудить все. И вот говорится, И вот Джанардан, это имя Бхагавана. Джанардан, тот, кто, видя болезненное состояние обусловленных душ. Вот Джанардан, это имя значит тот, кто помогает. Тот, кто устраняет наши проблемы. Проблемы как раз те, что мешают совершать харибаджан. Все анартхи уйдут из нашего сердца, мы поймем, что такое харибаджан, и сможем его начать. И вот наша проблема, она в основном одна. Но мы видим все. Проблема как раз в том, что люди не могут совершать харибаджан, но люди из-за своих предыдущих впечатлений видят много других проблем. Например, если кто-то носит очки красного цвета, то видит все красным, если синего цвета, то синим соответственно. Или кто-то ходит в зеленых очках, то видит все соответственно зеленым. Вчера я говорил то, что сколько людей в этом мире. И через 100 лет все меняется, новое поколение появляется. И мы не можем представить. И в этом программа Майя, чтобы она
это майя, она заставляет нас заниматься этим внешним миром, это план майя, чтобы мы были заняты этим материальным внешним миром. И вот Шрила Прабхупад говорил много раз. И вот он писал, что истина настоящая и кажущаяся, и мы заняты каким-то внешним миром с ее внешней истиной, и наш ум тоже не может пересечь это материальное покрытие и достичь трансцендентного. И вот Майя-деви, она мешает нам и не дает нам понять духовные вещи Гуру Вайшнавы. Они приходят с трансцендентного мира, чтобы спасти нас. Это желание Джанардана Бхагавана. И те, кто по-настоящему хотят, если их удача достаточно высока, то они могут обрести общение с Гуру Вайшнавами, с его помощью произойти этот материальный мир и достичь духовного. И Шрила Прабхупад говорил, что природа обусловленной души в том, что он бы находить недостатки даже там, где их нет. И вот Шрила Прабхупад говорит, что не пытайтесь находить недостатки в Гуру Вайшнавах, а пытайтесь найти их в себе и исправить. Шрила Прабхупад на Харикатхе много раз говорил, что моя просьба всем вам, чтобы вы искали недостатки в себе, исправляли их, а искать недостатки в других. Если вы будете заниматься этим и думать о них, то эти все их недостатки, они могут прийти к вам, а не как заразная болезнь. Ваше внимание отвлечется на них и осквернится таким образом. И поэтому все наши органы чувств, ум, разум мы не должны занимать материальным миром. И вот Шрила Прабхупад говорит, и вот и вот Пуруша Пракрити, они такую совместную форму образуют и творят весь этот материальный мир, и внешне мы можем привлекаться этим материальным миром или отвращение чувствовать. Так, можно наблюдать, что-то нас привлекает, что-то наоборот, и мы отвращение испытываем к этому. И мы не должны критиковать обусловленные души или хвалить их, это все плохо, поскольку если мы будем хвалить кого-то, какую-то обусловленную душу, то наше внимание отвлечется к этой обусловленной душе. И когда мы концентрируемся, то на этой обусловленной душе, то ее проблемы, недостатки, они появятся в нас. В этом проблема даже. Если мы хвалим кого-то, что говорить о том, чтобы критиковать кого-то? И Шрила Прабхупад говорит, этот материальный мир, он подобен сети майя. Кто-то думает, что он настоящий, но он не совсем настоящий, он временен, сегодня, завтра, он есть завтра, его уже нет.
и поэтому мы не должны зависеть от каких-то материальных вещей. Иначе мы не можем войти на путь Расататвы. И вот суть в том, что раса должна быть. Без расы никто не хочет жить. Даже муравьи, шакалы, свиньи, кто, никакие живые существа не хотят жить без расы. Даже комары. И раса, она должна быть, и поэтому это не, но эта раса, она как не изначальная, она материальная, то есть лишь искаженное отражение того духовного. Свиньи стремятся к, и радуются, когда они едят испражнения, комары, когда пьют кровь, они наслаждаются этим. Как они могут жить без такого наслаждения? Если пытаться убить комара, комара сразу улетает, он тоже хочет долго жить. Кто хочет умереть, таких нет, поскольку все хотят наслаждаться этой материальной жизнью. Один материальный поэт, местный Рабиндранат Тагор, он получил Нобелевскую премию, какой-то титул. Но не совсем материальный был, большей частью. И вот в этом прекрасном мире я не хочу умирать. Он написал такие стихи. Да, даже перед смертью. Но перед смертью он хотел, папа все же хотел посмотреть на красоты этого мира, любовался природой. Даже смотрите, даже перед смертью никто не хочет оставлять этот мир. И в прошлый раз я сказал, как Йотиштир, как он сказал цапле. Это Ямарадж пришел в форме цапли и задавал ему множество вопросов. В Махабхарате это описывается. И Йотиштир Махарадж был самый достойный, кто мог бы ответить на все эти вопросы. И вот один из множества вопросов. Ким Ашчарджа, что самое удивительное в этом мире? Юдиши Махарадж сказал, самое удивительное в этом мире то, что хотя все, думают, все знают, что они умрут сегодня или завтра, и вскоре, но все же они хотят жить какой-то материальной жизнью. Это значит, их осознание смерти не научно, что они даже не делают то, что может им как-то помочь. Если у них было какое-то осознание, даже если можно наблюдать, если кого-то приговорили к смерти, спросить его последнее желание, то такого человека желаний не остается. Он просто плачет, думая, что завтра его повесят.
И мы тоже глупы, мы попали в ловушку Майи. Я видел достаточно давно в нашем матхе, в то время храма было не столь много, и вот я видел лягушка и змея. Змея схватила лягушку, но поглотить полностью не смогла, наполовину только. Я подошел посмотреть, что происходит. Ну, с тем я боялись, но я не боялся, поскольку это змея уже, у нее во рту была лягушка, и никого она есть не собиралась больше. И вот мы подошли, и вот мы так находимся в ловушке Майи. Майя поглатывает нас, но те, кто приняли прибежище у Садгуру Вайшнавов, те, кто по-настоящему приняли прибежище, они не умрут обычной смертью. И Парикшит Махарадж, Юдхиштхир Махарадж, они вот они говорят то же самое. В этой шлоке говорится то же. Шешам ставарам иччами, ким ашчарьям ате парамам. Парикшит Махарадж спросил, Шукадев Госвами отвечал. И каков был вопрос Парикшит Махараджа? И вот вопрос Парикшит Махараджа был в том, что мы все обречены на смерть, и, пожалуйста, предпиши нам лучший путь садханы, чтобы мы смогли обрести абсолютное благо. И ответ был таков. When everybody knows we are going to die, then please prescribe the best possible way of sadhana. И вот он спрашивает наилучший путь садханы, чтобы обрести наивысшее благо. И Шукадев Госвами отвечает, что лучше это принять прибежище у Хари, у святого имени Господа, у Харинама, у Харикатхи. И тогда мы сможем избавиться от материального мира, и никакие проблемы не заденут нас. И таким образом, суть в том, Кришна Бхаджан — это не шутка. Снова и снова Шрила Прабхупад говорит, что Кришна Бхаджан — это не шутки, до тех пор, пока мы не готовы полностью посвятить себя. И вот до тех пор, пока мы не готовы посвятить себя полностью, без остатка. И вот до тех пор, пока мы не будем готовы посвятить себя полностью без остатка Кришне, то мы не сможем достичь его. Кришна, он очень хитер, он очень хочет забрать все у нас и дать самого себя нам. В Шри Чайтанья Чайтамрити это такая прекрасная концепция. Кришна говорит Чайтанья Чайтамрити. И вот в этом конце Раяванада Самвата в конце можно найти. Эй мукхо, ами гьяни, эре бишай кэна диво,
И вот там говорится такие слова, как Кришна говорит то, что этот человек глуп. Они просят каких-то материальных благ, а я мудр. Зачем я буду давать моим преданным какие-то материальные вещи, из-за которых они будут опять падать в материальных, опять рождаться в материальных мирах? Лучше, если я им дам свои лотосные стопы и... И вот Кришна говорит, зачем я буду давать какие-то материальные блага. Лучше, если я им покажу свои лотосные стопы, и они привлекутся ими. И в этом природа Кришны. И вот есть такая статья или книга Го. Но очень Махарадж говорит, если мы осознаем, кто такой Гауранга, кто такой Кришна, если мы поймем их, то тогда мы потеряем всякий интерес к чему-то постороннему. Кришна, он ждет, когда мы полностью посвятим себя ему. Если мы стремимся к чему-то постороннему, то Кришна недоволен. Кришна, он океан расы. Махапрабху сказал, что Кришна, он океан бесконечной расы. И я хочу переключиться на нашу главную тему сегодняшнюю, это Шрила Прабхупада Сарасвати Пад. Кто? Я хочу сказать Рупа Госвами и Прабхупада Сарасвати Пад, они лучшие из Расикачарий. Прабхупада Сарасвати Пад, он Вада Говинда Лили, он Тунга Видья Сарасвати. Тунга Видья Сарасвати, Вада Говинда Лили. Я не могу объяснить. Так много книг он написал. Читания Чандрамрита, вот эти Махарадж перечисляют. Нади Пашта Сатаку. Если мы... И вот его книги, они полны расы. И когда он писал эти книги, он был в медитации, он созерцал лилы Рада Говинды и описывал это в своих книгах. Он жил в Камьяване где-то сейчас я немного расскажу его предыдущей жизни, перед тем, как он принял саньясу. И множество споров идет среди преданных и непреданных. Они не понимают, кто такой Прабхудананда Сарасвати Пад. И вот многие путают Прабхудананду и Пракашананду Сарасвати. И вот есть такое непонимание. И Шрила Прабхупад много раз говорил, что они совершенно разные. Это разные личности. Прабхудананда Сарасвати и Пракашананда Сарасвати — это совсем разные люди.
я написал книгу на тему Прабхудананда Сарасвати Пада, и там множество суждений. И вот на основе Сиддханта Шрилы Прабхупады я написал, и там мы можем видеть то, что в соответствии с историей, когда Махапрабху описывается, когда Махапрабху отправился в Варанаси, в Южную Индию, там можно почитать и найти, что совершенно разные люди. И суть в том, сначала Махапрабху, после принятия саньясы, он отправился куда? И вот он отправился в Южную Индию сначала. И вот он посетил там Видьянагар, потом другие места, и в процессе он посетил Ранганатхам, Ранганат Кшетро, Шрирангам. Это зовется Вайкунтха этого мира. И там есть 8 Вайкунтх. Я когда-то расскажу на это подробнее. Если вы едете туда с трансцендентным настроением, вы обретете благо на Мишаране, это 8 Вайкунтха. И вот начиная с Джаганатхапури, Рамешварам, Ранганатхам, Дварака, Бадринат. Все, если посчитать, это будет 8 Вайкунтх. И Шрирангам – это авторитетное место. В соответствии с наставлением Писания, Ранганатхам вечно существует. И Махапрабху отправился туда, это такая лила. И Махапрабху встретился с тремя братьями Венкатбата, Прабхудананда Сарасвати Пад. И Гупал Бхатта, этот мал был, это Тирмал, Тирмал Бхатта, Венкат Бхатта и Прабхудананда Сарасвати Пад. Даже наше Гаудия общество, так много ачари, они вроде как ачари, а говорят такие глупые вещи и не могут доказать что-то. Одинаковые люди, хотя они разные. И вот некоторые люди, они берут последнюю шлоку и делают вывод, что он майявади. Но доказать ничем не могут. И думаю, что Прабхудананда тоже майявадское имя. И вот все. Вот Прабхудананда Сарасвати Пад, почему он получил такое имя? Поскольку Махапрабху встретился с тремя братьями, одного звали Прабхудананда, и также это имя саньяси. И как можно ожидать, что вот, будучи в грехастхашраме, он
они получили имя саньяс, саньяси. Если у нас нет гуру крипы, то мы не можем увидеть гармонию во всем. И вот я сказал, смотрите, туда пришел Махапрабху. Кто такой Махапрабху? Махапрабху, он сам Бхагаван Шри Кришна, сам Господь, и он хотел утвердить расататву везде. Везде, значит, в достойных местах. Если Махапрабху находил какой-то достойного человека, достойное место, он утверждал там расататву, но иногда была особая милость, как описывается в этой шлоке, что Махапрабху не думал, достойные ли люди получить расататву, есть ли у них емкость, куда получить эту расататву, как приводится пример с молоком, чтобы кому-то дать молоко, надо, чтобы у человека хотя бы емкость для молока была. Вот, и Махапрабху во время особой милости давал даже милость даже тем, у кого не было Крипапатры, у кого не было даже способности воспринять эту милость. И вот Махапрабху так проливал свою беспричинную милость даже на мусульман некоторых. Вот как вот в Пичолде, например. И там, когда Махапрабху пересекая эту реку, Махапрабху поплыл. И вот этот и вот этот мусульманин, который помог Махапрабху переплыть реку на своей лодке, он получил милость. Потом жены Пратапароды, их там было 5 или 6 жен, они сидели на слоне издалека, смотрели на Махапрабху. Махапрабху не встречался ни с какими женщинами. Это опять же не значит, что Махапрабху их ненавидел. Нет, Махапрабху, он дал нам урок. И вот говорится, что все жены Пратапарудры сидели на слоне, когда они видели, как Махапрабху повторил святые имена, Махамантру. Они почувствовали прему, они начали плакать. Наротам Такур он написал такие стихи. Такую шлоку, что даже птицы и звери, они плачут, когда слышат, как Махапрабху повторяет святые имена. Вот этот киртан. Кришнаватар, он как бы хорош. Но Кришна, он... Кришна, он очень милостив. Кто, кроме Кришны, мог дать милость даже растениям, кустарникам и траве, даже таким незначительным существам. Но все же Гуру-аватар, он более великодушен, более милостив. Гуру-аватар. Его милость нельзя сравнить даже с Кришной, поскольку в Кришна-аватаре Кришна думал, кто достоин воспринять его милость. И не было такой свободы в распространении милости. Множество ограничений было. И когда Махапрабху отправился в Южную Индию, в то время, в процессе его южноиндийского путешествия, он совершал эту лилу. В Ранганатхе встретился с Венкат Бхатте.
at present, previously, almost in the Indian heritage, you can believe almost all. And those at present going to demand that we are Brahman, you'll have to check up their purity of three successive hereditary factors. Вот, minimum three. It is a rule. Правило, например, если человек называется браманом, то называться мало. Нужно, чтобы семь его поколений были браманами, строго следовали всем браманским принципам. Ну, хотя бы в Кали-югу там хотя бы тремя, чтобы три поколения следовали. А если просто кто-то носит священный шнур, то это не показатель, что человек браман. И Кришна говорит в Гите. Вот, что если отец браман, то что сын брамана будет совсем не значит. В Гите Кришна много раз говорил, что это качество, по качеству нужно определять, а не по тому, в какой семье человек родился. И вот Махапрабху пригласили в дом Венката Бхатта. И они видели, что Махапрабху подобен Кришне, только цветом отличается. И вот Венката Бхатта возмолился лотосным стопам. Махапрабху мог бы сейчас Четырмаси наступает, можешь ли ты остаться на время Четырмаси в нашем доме? Махапрабху согласился, и правило таково. Нет времени рассказать о всех правилах и предписаниях Четырмаси. И вот главное в Четырмаси. И главная суть Четырмаси — помнить Бхагавана. Конечно, мы должны помнить всю жизнь непрерывно, но, по крайней мере, в эти четыре особых месяца мы должны повторять Харинам, слушать Харикатху. И есть чистую пищу, это хавишьяна называется, хавишьяна. То, что готовится из чистых вещей, молока, ги. Хороший, чистый рис, не пропаренный. И вот Бхактиван Такур он делает акцент на этом, то, что мы всегда должны находиться в непрерывной связи с Бхагаваном с помощью Харикатхи, Харикиртана и памятования о нем. И вот Махапрабху хотел тоже показать, как это делать, и он остался в их доме. Они обсуждали Харикатху, совершали киртаны. И во время Шрила Мадхава Госвами Махараджа, Шрила Пури Госвами Махараджа, Харикатха была несколько раз в день. Обычно вот в Картике особенно четыре раза было утром Харикатха, потом в обед, после обеда и вечером. Гуру Вайшнава не очень умные, они не дают нам возможности отклониться и как-то соприкоснуться с Майей. Но Гуру Вайшнава очень умные, они защищают нас от того, чтобы мы попадали в сети Майи.
И вот Кришнадас Бабаджи Махарадж сказал, что если у вас нет времени, и вот Кришнадас Бабаджи Махарадж сказал, если вы находитесь в обусловленном состоянии, то служение более важно, хотя мы знаем, что сева и харинам, они не отличны тологически, но все же в обусловленном состоянии сева заняты севой, то вы должны памятовать какое-то обетованное число кругов. Но я предпочитаю сиддханту Шрилы Прабхупады. И вот Кришнадас Бабаджи Махарадж говорил молодым брамачари, они спрашивали, что Гурудев сказал, Лак Харинаму повторять, и служение нужно делать. И вот Кришнадас Бабаджи Махарадж говорит, что вы совершаете служение руками, а умом что делаете? Почему в процессе совершения севы не повторять харинам? Вот вы можете 25 кругов повторять. Не 25, 32. 32 круга повторить на четках и 32 без четок в процессе дня, поскольку служение тоже важно. И вот когда вы поймете, что харинам наивысшее, то когда вы поймете, что харинам это как садхана, так и садхья, то есть как процесс, так и цель. И сейчас, может, вы силы повторяете, но придет день, когда вы с радостью харинам сам будет повторяться. If you like to cut all your anartha very quickly, then you will have to speak this way, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna. If you like to do complete the naam, is one contact with Gurudev, you have to complete this. That is not Harinam. You like to do very nicely from heart. So anyway, I can discuss this matter. I have so many things to say to you, but I forget. Because time is limited. I can write, I can speak everything. You have to wait for that. You know? So, Pavodam Sarasati Bhav. И вот Махарадж говорит, что мы должны всегда повторить харинам и не забывать о Верховном Господе. Вот Прабхупада Сарасвати Патан Гуру Гопал Бхатта Госвами. Как это возможно? Он его дядя. И он получил дикшу от него. Когда Махапрабху был в течение 4 месяцев, соблюдал Читамаси Врата, то случилось чудо. Тысячи людей в Рангнатх Мандире, они все изменились, их сердца изменились из-за влияния Махапрабху. И особенно их семьи, они были с Рамануджа Сампрадай, они получили посвящение в Рамануджа Сампрадай. Они не были раньше в Гауди Сампрадай. И вот что случилось после... Махапрабху находился там, и их сердца, они расплавились буквально. И Махапрабху... И вот они начали поклоняться Кришне с огромной любовью. Чтобы поклоняться Кришне, нужно, чтобы были у нас какие-то отношения с Кришной, не как на Райне, в чувстве, с чувством так, благоговения на безопасном расстоянии. Но Кришна, Он хочет обнять нас, поиграть с нами. Кришна, Он
в этом природа Кришна, она полностью отлична от природы Нарайны. Кришна, все его действия, как он выглядит, то, что он делает, то, что он думает, это все полно расы. Кришна — это океан нектара, океан расы. Махапрабху сказал Рупе Госвами, что он бесконечный океан расы. И вот и вот Прабхупада Сарасвати тоже начал поклоняться Радха Говинде. И вот когда Махапрабху уходил, Махапрабху дал наставление, чтобы какого-то мальчика, чтобы не женили, а отправили, когда он подрастет, чтобы его отправили к Махапрабху. И вот как мы можем... И вот Пракашананда Сарасвати, он был майавади, о нем в Шри Чайтанья Бхагавате говорится, что он заболел белой проказой. Махапрабху говорит про Пракашананда Сарасвати. И вот Махапрабху был на Навадвипе и сказал про этого Пракашананду в Каше. И в Варанаси Майавада Ачарья, он объясняет Майавада Сиддханта Вичар. И вот Махапрабху говорит, что он не может этого терпеть, поскольку в Майаваде они не верят в вечную форму Бхагавана. Поэтому Махапрабху говорит, что чувствую боль, когда это слышу. Вот Махапрабху явился в 1407 году, а в 24 года он принял саньясу, это получается. Месяц Маг, он принял саньясу, это 31 год начала. И вот если посчитать, а потом Махапрабху отправился в Южную Индию после принятия саньясы. И потом он отправился в Южную Индию. И в Южной Индии он встретился с Прабхупадой Сарасвати. Плюс пока он дошел до Южной Индии, тоже пару лет заняло. И как какие-то люди могут заявлять, что Прабхупадананда и Пракашананда один и тот же человек. Поскольку, а потом еще Махапрабху во Вриндаван пошел,
когда он вернулся с Южной Индии, совершал лилу с преданными долгое время, потом отправился во Вриндаван, а по пути во Вриндаван он получил, у него выпала возможность спасти этих майявади. По времени вот, этого жизни, этого Прабхудананды и Пракашананды, они совпадают даже. И вот сейчас я прихожу к тому, что вот чьи-то заявления о том, что, у Прабхудананды саньяс, ну, вроде как его зовут Прабхудананда, а почему он дома находится? Он в саньясе не должен так делать. И вот я могу ответить, что первое, то, что он жил в Ранганатхам, Шрирангам, это Вайкунтха. Множество примеров во Вриндаване. Один знаменитый человек, пандит, он знает Гауди Сиданту. Его дом рядом с Бутхисвором, с Гопешвором, точнее. Его сын там был, сын умер, потом его принял саньясу, когда я жил в нескольких километрах от своего дома, поскольку это Вриндаван, но это место, где мы должны жить, если дом его во Вриндаване, то куда уходить. Он как бы в дом свой не заходил, не общался со своими этими родственниками, положил в нескольких километрах от этого места. И Ранганатхам, Ширангам, это тоже Вайкунтха. И Прабхудананда Сарасвати Пад, он оставил дом и жил на берегу Кавери. Или в храме, при храмах обычно какие-то эти бхаджан кутиры для преданных, чтобы они там жили. В Варсане один храм есть. Это не храм Радхарани, а после там какой-то другой храм. И был царем Бхаратпура, он был построен, и во Вриндаване тоже храм Ранганатха. И вот они были очень значимыми людьми в Шрирангам, очень важная семья, они очень важные, значимые семьи происходили. И вот Венкатбата, Тирумалбата, они не были обычными людьми, они получили дикшу в Равануджа Сампрадая. И вот где там жил этот Прабхудананда Сарасвати, но он жил точно не дома у себя, иначе. И там также можно вспомнить, что Гопал Бхатта Госвами, хотя он был дядя, но все же ходил к Прабхудананда Сарасвати, чтобы учиться у него. Походил получать уроки от этого Прабхудананда Сарасвати. И вот эти косвенные признаки, его язык, его вот эти литературные все упоминания. Alankar, decoration. When you are writing, using such a word is kind of decoration, ornament, alankar. But you cannot understand so many things there.
So you should learn everything. Not only that, but also he took initiation from. He took initiation from. И не только это, также он получил посвящение от Прабхутананда Сарасвати, как Джива Госвами получил посвящение от Рупы Госвами. И мы думаем, что какие-то эти родственники, дядя, зятья, но Шрила Бхактивинода Тхакур никогда не думал так. И вот он получил посвящение у него и наставление в том, что те, кто получили, те, кто изучают духовные писания, если кто-то хочет изучать писание, веду, веданту или другие ведийские писания, вначале нужно получить посвящение, получить дикшу. Это правило такого, но сейчас не следует ему. Без получения посвящения, все это слушание, чтение книг, толку от него не будет, оно не останется в вашем сердце. И вот тут Саньяси, это имя Саньяси тоже вот смущает многих. Я могу показать во многих книгах, старых книгах, что большинство людей в то время, они принимали Экданда Саньясу как Мадхавендапури, потом Вайшнав, но все же он принял Экданда Саньясу. На что наша Гурвага ответила, что в одной данде они видят три данды Кая Манавакья. Когда вы принимаете прибежище, саньяса не значит гордость, ходить с гордым видом, что они саньяси, а саньяса значит без Кришна севы, Бхагават севы, у вас нет никаких других обязанностей, но кто следует этому? И вот Прабхутананда Сарасвати потом следовал всему этому, он... И вот он принял Экданда Саньясу, Мадхавендра Парипад, Брамананда Бхарати. Они все приняли Экданда Саньясу, поскольку в то время другое не было, но в Бхагаватам три данда саньяса одобривается. И почему вы не можете принять то, что Прабхутананда Сарасвати под... Но в то время такой обычай был, поэтому они приняли саньясу в соответствии с обычаем в то время, что делать. Но они, несомненно, не майавади, может, имя похожее, но нет. В Чайтанья-матхе осталось данда Мадвачари, Рамнузачари, Нибаркачари, можно посмотреть они, эти экданды. Махапрабху тоже принял одну дандовую саньясу, но это не значит, что он майавади. Чтобы опровергнуть майаваду, это очень обширная тема. Вся научная сиддханта должна быть там. И вот по милости Махапрабху был полон прамы. И в то время была такая система, и вот поэтому принял такую одну дандовую саньясу. И еще хочу рассказать о том, как это возможно, что тот, кто уже получил милость Махапрабху, Махапрабху отправился в Южную Индию. Он уже... И вот они уже перешли с Рамануджа Сампрадая в Гауди Сампрадая.
они поклонялись Лакшми Нарайане до этого, шли по пути Видхи Марга, ничего плохого нету, но они все хотели перейти в Гауди Сампрадая, как Валабхачарья. Валабхачарья, он опять получил мантру от Гададхар Пандиты, но их сампрадая, его сампрадая старая возмущались, что мы более значимы, чем вы на Валабхачарье. Тем не менее, оставил свою старую сампрадаю и получил мантру от Гададхар Пандита, но сейчас они отрицают это, считают это чем-то унизительным. Но так или иначе, сейчас мой вопрос в том, когда они полностью изменились, они стали полны расы, по милости Махапрабху все возможно. Когда Махапрабху, он может изменить сердца даже животных и птиц, то для Махапрабху все возможно, почему он не мог изменить их сердца. И вот поэтому они захотели совершать баджан радхарани, они захотели перейти в Гауди Сампрадаю. И вот Прабхутананда Сарасвати Патон отправился во Вриндаван, принял прибежище в Камьяване, это описывается. И там в Камьяване весь день и ночь находился в медитации, повторил харинам и созерцал эти трансцендентные лилы и описывал его, он описывал в своих книгах то, что видит. Все эти лилы я не могу сказать. Настолько прекрасно его произведение. Никогда мы не видели ничего подобного, никто не писал в таком стиле, с таким чувством. И так или иначе, этот вот Прабхутананда Сарасвати отправился во Вриндаван и совершал баджан там. И потом Гопал Бхатта Госвами пошел во Вриндаван через какое-то время. И вот под руководством Прабхутананда Сарасвати Пада, он и Харивамша, тут он тоже Валлабх Сампрадая был. Он тоже принял прибежище у него. И вот они совершали баджан день и ночь. И я хочу сказать то, что если вы уже, ваше сердце переполнено премой по милости Махапрабху, когда вы обрели эту премарасу, когда вы уже плаваете буквально в океане расы, как это возможно, чтобы этот человек стал Майавади? Они тоже с Канья-Куб-Джона происходят, с очень высокой семьей. И вот мой вопрос, то Махапрабху отправился в Варанаси гораздо позже. И там и вот какие-то люди, которые заявляют, что Прабхутананда и Пакашанад — это один и тот же человек и Майавади. Это глупо, поскольку если посмотреть на жизнь Прабхутананды, что видно, что он великий саду, писал прекрасные книги, жил во Вриндаване, как он мог вообще попасть в Варанаси и стать Майавади. И тем более заболеть проказой, это же как он мог. И в соответствии с... тем более это было гораздо раньше. И вот никаких признаков читания Чайтамрити, читания Бхагавати не указывает на то, что Прабхутананда и Пракашананда — это тот же самый человек.
невозможно такое, чтобы Прабхутананда стал саньяси, в смысле, стал Адмайваде. И вот он, как Кришнадас Кавирадж Госвами, он написал такую шлоку в Шри Читания Чайтамрите. Из-за своего смирения он написал там, что я хуже, чем Джагая Матха, и ниже, чем червь в испражнениях. И думаете ли вы что-то так? Он написал это из-за огромного смирения. И также с Прабхутанандой Сарасвати он выразил свое смирение вот, в одной шлоке, но это не значит, что он был в Майаваде. Как это возможно? Поскольку все его книги, вся его жизнь, она духовно, он никогда не был в Навадвипдхаме, он зато он видел ее трансцендентным видением и описал все в книге Навадвипшатака. Если вы никогда не были в Гималаях, как можно описать красоту Гималаев? Но как если кто-то не был во Вриндаване, как может описать славу Вриндавана, но Прабхутананда Сарасвати, он в духовном теле посетил Навадвипу и описал ее славу. И вот Навадвипшатак он написал красоту и славу Навадвипа. Это очень чудесная книга, я очень советую ее прочесть. Чайтанья Чандрамритам. И таким образом, и вот есть такое правило, что если кто-то принял саньясу, то хотя бы 12 лет, следующих 12 лет нельзя посещать свой дом, лучше вообще никогда не посещать. А, вот, а когда он принял саньясу, этот Прабхутананда Сарасвати, тоже неизвестно. И даже если кто-то допустит, что 12 лет еще не прошло, как он посмел домой зайти. Но я могу точно сказать, что там, где находится Махапрабху, там есть Вриндаван, это точно. Вот там, где находится Махапрабху, это Вриндаван, несомненно. И поэтому, когда Махапрабху был в доме Прабхутананды, и в доме вот этого Венкатбхаты и Тирумалбхаты, то это был Вриндаван уже, а не Вайкунтха. Сам Шри Кришна пришел в форме Гуранги. Кто может остановить меня, даже если он пришел в наш прошлый дом, даже если там отец и мать находятся, то все равно я пойду встретиться с Махапрабху, поскольку это Вриндаван. Шрила Прабхупад сказал, что я никогда не посещал Калькутту, я посещал Гауди Матх, который не отличен от Вриндавана. Он Вайкунтха. Это Голока Вриндаван, и поэтому Калькутту я никогда не посещал. И также здесь, в случае с Прабхутанандой, если сам Кришна пришел к нему домой, то почему он не посетит свой дом, то может отказаться от своей саньясы, чтобы встретиться с Кришной. Также Гададхар Пандит, он хотел оставить свою саньясу из-за того, что Махапрабху ушел из Пури. И вот они так спорили. Махапрабху говорил о вернуться, но что ты принял кшетра саньясу, а сейчас ты принял обет никогда не уходить из Пури. Что там кшетра, сейчас ты уходишь, что это? И тогда Гададхар Пандит сказал, что я хочу отказаться от своей кшетра саньясы, от своих обетов. Расатала.
I like to go to this. Oh, you are going to search your personal desire? Я хочу быть с тобой. Махапрабху сказал, что нет, иди служи Тата Гопинатху. Зачем ради своих корыстных целей ты оставляешь служение Тата Гопинатху, тоже Бога. Давай возвращайся. И вот Махапрабху, он пересек реку и пошел дальше, а тот упал без сознания от переполняющих его чувств, без Гуранги, без Нитинанды, без Гададхара, без Рада Говинды. Если мы не можем жить без них, чувствуем огромное влечение к ним, то это очень хорошо. Рагануга Баджан — это не вопрос изучения чего-то. Бхактивинода Тхакур говорит, те, кто говорят так, они лицемерны. Шрила Бхактивинода Тхакур пишет, Рагануга Баджан — это не вопрос обучения. Если кто-то говорит, что может научить нас Рагануга Баджана, то Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что такой человек лицемер, это невозможно, в принципе. И так или иначе, и вот Прабхунанда Сарасватипад — это не Пракашананда, тот Майвадья, тот великий Вайшнав, он Расикачарья, а вот Пракашананда — он обычный Майвадья. И вот он жил всю свою жизнь, до последнего момента он жил в Камьяване. Можно видеть его самадхи там. Гопал Бхатта Госвами самадхи тоже там, Прабхунанда Сарасвати. Это уникальная раса. И вот сейчас мы еще недостойны воспринять эту расу и величие его поэзии. И когда-то в будущем, когда мы сможем, станем достойны, я в соответствии с своим, я, может, что-то расскажу о том, что он писал. This look all. We can go mad. How possible a man can? Oof. Вот это, as in Rasalini is there. This. Вот написал Прабхунанда Сарасвати Пад, и он описывает, это чувствуется, что он созерцал Радхарани, ее лилы. Как можем что-то представить о Радхарани, о Кришне? Возможно ли это для нас? Невозможно. Если Радхарани явится, то мы упадем без чувств, или если Кришна явится. И даже как Кришна, сам Кришна встречается с Радхарани, он, его флейта падает, одежда падает, вот, и переполняющих его чувств, он не может сдерживать себя. Это не вопрос какой-то философии, это вопрос прямого чувства. И вот Прабхунанда Сарасвати Пад, он лучший из Расикачари, наш Рупа,
И вот таким образом я немного сказал, только начал говорить о бесчисленной славе, о океане славы Прабхунанда Сарасвати Пады. Я хочу взять немного воды с океана его славы и опрыскать себя. Кришна, он бесконечный океан, и слава его преданных, она также бесконечна. Без прямой милости Радхарани это невозможно написать такое, то, что сделал Прабхунанда Сарасвати Пад или Рагунанда с Госвами, Рупа Госвами Пад. Чувствуется, что они видели, созерцали Радхарани и описывали свои чувства и то, что происходит. Так или иначе, на сегодня все, я прошу прощения за то, что времени не хватило. И вот мы молимся его милости в день его ухода. If you like to swim in the ocean of prema. Если вы хотите плавать в океане премы, это очень вот слава Прабхунанда Сарасвати, она и сам Гауди Даршан, он бесконечен. Follow. So you wait and for some time I can try. Follow. This time cannot. I forget so many things to speak. I forget you to hurry. I can go here, there. Okay. Run over time.